Более 5 тонн наркотиков изъято в рамках операции «Канал Восток». Специалисты разных стран 3 дня работали на обширной территории – от Белоруссии до Китая, включая Россию. Международный координационный штаб по руководству операции развернули в Благовещенске на базе Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 3 дня более 40 тысяч человек работали в Казахстане, Киргизии, Афганистане, Беларуси, России и Китае. Оперативные группы проверяли воздушный и речной транспорт, железнодорожные пути, аэропорты и автомобильные дороги. За это время выявили более 800 наркопреступлений, возбудили более 4000 уголовных дел. Помимо наркотиков было изъято и оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Специалисты же подсчитывают, сколько наркопреступлений пресекли в Приамурье. По предварительным результатам, наибольшее число приходится на Афганистан. Оттуда, кстати, наркотики поставляют и в Россию, в Амурскую область в том числе. Организация договора о коллективной безопасности и организация Шанхайской организации сотрудничества способны достаточно эффективно противодействовать той угрозе, которая исходит от наркопроизводства в Афганистане. В свою очередь, это говорит о том, что международное сообщество должно разделить усилия по борьбе с афганской наркоугрозой. НАТО и силы МССБ должны эффективно бороться с наркопроизводством и наркопосевами в Афганистане, а страны государств ШОС и государства Центральноазиатского региона вполне способны обеспечить безопасность от наркотической агрессии на своем пространстве. Цифры говорят сами за себя. Я уже говорил, 582 килограмма героина изъято только за 4 дня. И если бы вот в таком контексте работали бы все спецслужбы, все правоохранительные органы ежедневно, наверное, уже давно можно было бы поставить точку над проблемой наркопроизводства.